Лосенка спасли могилевские инспекторы природоохраны, а помогли им ученики агролесотехнического колледжа. Годовалый лесной житель запутался в браконьерском селке из проволоки. Нашли его раненого и уставшего. Чтобы освободить животное, специалистам пришлось набросить на него сеть и обездвижить. Затем снять с шеи металлический капкан и обработать раны. После счастливого спасения лось убежал в лес. По словам инспекторов, если бы помощь не пришла вовремя, животное могло погибнуть.